Доброго всем дня и хорошего настроения. Спасибо всем, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу показать старинный дореволюционный поднос. Он находился в семье моей бабушки. То есть прадедушка, прабабушка владели этим подносом. Он был очень красивый, новый. Он был посеребренный. Остатки от посеребрения остались. Вот, мало их, конечно. Очень красивые витые ручки. Какие красивые ручки. Фигурные такие. Он очень тяжелый. Вот. Вот он. Видите, тут серебра больше осталось. И вот такое вот клеймо. Я как-то давным-давно нашла все про эти подносы. Это производили на территории Польши. Польша тогда входила в состав России. И там два брата, поляки по происхождению, открыли небольшое производство. Потом они еще в России открывали. И вот они выпускали вот такие подносы. Посеребренные. Не посеребренные. Вот этот был посеребренный. Очень красивый поднос. Но у него, видите, от времени он потерял свою красоту. В смысле посеребрения осталось оно. Но он в идеальном состоянии, в смысле металла. Он не гнутый, не царапанный. Чтобы там какие-то царапины глубокие были. В общем-то, все у него остальное в хорошем состоянии. В принципе, его можно отреставрировать, но это, наверное, будет очень дорогое удовольствие. Но я иногда его чищу. Правда, это занимает очень много времени. Но смысл чистить его. И знаете, он такой тяжелый. Я не знаю, как его использовали. Может, он был под самовар. Но носить на нем что-то еще, кроме его самого, он очень тяжелый. Он большой. Видите, какой большой. И красивый. У него края. Видите, какие. Вот. Так вот, видите. Он очень красивый. Но вот такой старенький. До встречи. Всего хорошего. До свидания.